Всем привет, дорогие мои самые яркие, самые красивые, самые необычные, эксцентричные, креативные хуперы российские. Поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством. И сегодня я хочу вам показать движение, которое называется сфера, которое очень напоминает новогодний шарик на елке. Итак, обруч, исходное положение, руки внутри обруча, обруч контролируем на вот этом месте, да, он всегда у нас держится здесь. То есть мы чувствуем его поясницей. Итак, значит, поворачиваем обруч вперед. Контролируем, опять же, на теле, да, контролируем. Поворачиваем вперед. Дальше обруч двигается, руки переворачиваются наверх и заводим назад. Снова возвращаясь в исходное положение. Итак, опять. Вперед, перевернули, назад. Напоминаю, что очень важно, что обруч всегда вот на этом месте дотрагивается до вашего тела. Таким образом, вы будете его контролировать, чтобы у вас не получалось вот этого. Итак, еще раз. Вперед, перевернули, назад. Вперед, перевернули, назад. Вперед, перевернули, назад. Значит, медленно таким образом тренируйтесь. В какую вы будете делать сторону, неважно. То есть вы можете начинать как с левой руки, так и с правой руки. Это абсолютно как вам удобно. Главное, чтобы впереди обруч оставался на месте. То есть не делайте вот так. Не надо делать вот так, да? А для того, чтобы не было вот такого движения, обруч всегда контролируем на теле. Нижняя часть обруча всегда на теле. Еще раз. Вперед, перевернули, назад. Вперед, перевернули, назад. Что сзади у нас происходит? Назад. Вперед, перевернули, назад. Движение это можно делать с поворотом, да, в другую сторону. То есть оно очень красивое, необычное, оно является также такой соединительным движением для многих других, и называется оно сфера еще раз, да. Значит, можно также делать с поворотом. Но это уже в другой раз.